«Я есмь Ланта, пришедший к вам этим днем, для того, чтобы дать небольшое учение, которое вы наверняка уже слышали. Но я считаю своим долгом напомнить вам о нем». Ваше пребывание в физическом мире сопряжено со многими вещами, которые нежелательны и от которых вам следует отказаться одной за другой. Подобным вещам относится употребление мяса, алкоголя, табака. Если говорить о ваших увлечениях, то необходимо упомянуть самые разрушительно действующие на вашу душу. К ним относятся телевидение и некоторые виды современной музыки. И то, и другое до такой степени губительно действует на организм человека, на тонкие процессы, которые протекают в ауре, что как следствие ежедневные многочасовые просмотры телевизора и прослушивание нежелательных видов музыки полностью разрушают способность воспринимать тонкие миры. Нарушается способность к концентрации, и тонкие энергии не способны более восприниматься человеком, который подвержен этим увлечениям. Я не говорю, чтобы вы отказывались от всех достижений современной цивилизации. Я лишь говорю о том, что многие так называемые достижения вашей цивилизации приводят к тому, что регулярное их использование не только замедляет эволюцию, но и делает эволюцию невозможной. Человечество утеряло нить, божественную нить, которой необходимо следовать. И для того, чтобы найти утерянное, необходимо обрести чувствительность, вернуть вкус к прекрасному, вернуть в ваш мир изящные, тонкие образцы. К сожалению, очень многие люди уже так далеко зашли в своих увлечениях массовыми видами искусства, что восстановить их тонкие тела уже не удастся. Что это означает? Это означает лишь то, что после смерти физического тела продолжить эволюцию будет нечему. Тонкие тела разрушены полностью и не могут быть восстановлены. Вы сами убиваете себя. В последнюю очередь умирает физическое тело. Более тонкие тела, ваша аура, разрушается в первую очередь. Я даю эту информацию в надежде на то, что найдется определенное количество человеческих индивидуумов, которые способны будут выйти из джунглей и дебри современной цивилизации и вернуться к гармоничным, предназначенным Творцом,
отношения с окружающим миром, с природой. Я забочусь о тех душах, которые еще живы. Моя задача, чтобы вы создали Ноев ковчег, в котором спасется лучшее, что было создано человечеством. Все остальное через несколько сотен или тысяч лет будет похоронено на дне океана или под слоем земли. Вибрации планеты повышаются, и все, что не сможет соответствовать этим вибрациям, со временем покинет физические и более тонкие планы бытия. Останется только то, что будет способно к дальнейшей эволюции. Наша задача, задача вознесенных владык, спасти как можно больше душ света, которые заблудились в современном мире и не могут выбраться из оков современной цивилизации. Я есмь Ланта.